Запаситесь терпением. Езда спиной вперед достаточно сложный навык, но приносящий незабываемые ощущения после изучения. Выбираем безопасную ровную площадку с незначительным уклоном. Делаем разминку и одеваем защиту. Для безопасности езжайте спиной вперед не со спуска, а на подъем. Корпус немного наклоняем вперед. Пятки вместе, носки смотрят в стороны. Пытаемся начертить овал. Давим на пятки так, чтобы они разъезжались в стороны, при этом сводя носки. Колени работают с большой амплитудой, сгибаясь перед разгоном и в конечной фазе движения. После того, как начнет хорошо получаться, в конце движения пробуем ехать назад. Смотрим под ноги или вперед. После достижения контроля смотрим через плечо назад. Давим на носки, чтобы они разъехались, и сводим пятки. Повторяем эти два движения без остановки, до ощущения контроля. Делаем несколько овалов назад. На следующий день пробуем второе упражнение. Определяем, через какое плечо удобнее смотреть назад. Влево правая нога впереди, вправо левая нога впереди. Ставим ноги в линию, отводя пятку той, что впереди, наружу. Переносим вес на переднюю ногу, так вам будет легче начать движение. Отталкиваемся, проводя дугу. Сразу же, как оттолкнулись, переводим вес на заднюю ногу. Повторяем движение несколько раз. Если набрали хорошую скорость, ставим ноги параллельно. При этом выставь одну ногу вперед и ждем полной остановки. Затормозить можно аккуратно, разводя ноги в стороны и сводя пятки, как в первом упражнении. Пытаемся маневрировать после разгона. Поворачиваем влево и вправо. Делаем прыжок на 180. Тут главное не перекрутить. Разворот на 180 градусов. Мы расскажем о двух основных способах – переступание и прыжок. Если разворачиваетесь через левую сторону, начинайте с левой ноги. Если в правую сторону, то с правой ноги. Прямо на начальной фазе поворота быстро переставляем правую ногу. Переносим на нее вес и разворачиваем вторую. Разворот осуществлен. Смотрим по направлению движения. Тренировку прыжков начинайте дома, без роликов. Встаньте ровно, поставьте ногу, в сторону которой будет совершаться поворот, немного назад. Руки поднимаем, немного сгибаем в локтях и разводим в стороны. Совершаем прыжок. Докручиваем себя руками после того, как оттолкнулись, но еще не оторвались от земли. При приземлении нога, стоящая сзади, должна оказаться впереди. Повторяем то же самое движение на роликах. Попутного вам ветра и впечатляющего катания!